ЛПХ Компири, автоматизация видео 2. Вся автоматизация, на. Так, блядь, усовершенствование новых технологий. Проверено, работает. ЛПХ Компири рулит. Юрий Владимирович, расскажите более подробно, что вы делаете? Короче, берем, сначала начинаем, что, вечером берем бутылку пива, две. Потому что без них бутылок не будет. Вот вторая, видите? Да, мы их посмотрели и потом придумали, то есть. Это у нас ноу-хау для удобрений. То есть здесь я сажалка не рассчитана под удобрение, но она будет рассчитана под удобрение. То есть, короче, в баночку сюда удобрение засыпали. Здесь вон дырочка, ну технологическое отверстие, дырочка, если понятно где. И все. И она сыпется, рассыпается. И у нас удобрение сыпется. Ну только единственное, что да, сыпать надо человечку, сидите, досыпать в баночку. Ну я думаю, ну, что мы же придумаем конвейер в дальнейшем. Равномерно, зато получается удобрение. Это все вычислено, проверено, уже как бы работает. Ну, с Богом! Все, мы поехали. Подача удобрений. Вон Дмитрий Викторович на удобрениях стоит. Раскидывает. Техника у нас самая новая. Посмотрите, это конвейер. Да, все сыпется, все работает. Дмитрий Викторович, как вам майские праздники, выходные? Отлично проходят. Да. Мир, труд, май.